Советское правительство приняло решение о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Транссибирская магистраль, построенная еще в царское время, уже не обеспечивала возросшие потребности перевозок к Тихому океану. Нужна была новая железнодорожная артерия. В 1974 году было начато строительство участка Усть-Кут-на-Лене, Комсомольск-на-Амуре. Вся страна участвовала в строительстве этой гигантской железнодорожной магистрали. И поставленная задача была выполнена. Ценой неимоверных усилий сотен тысяч людей БАМ был построен. Через 10 лет после начала строительства, в 1984 году, было открыто сквозное движение.